mushrooms quickly so that they don't have time to soak in water. And then pilaf. I have 680 grams of white mushrooms. Быстро их обмыть водой, чтобы не успели напитаться ею, и удалить кожицу. Вот так это легко делается. Подрезать слегка ножку. Таким образом. Heat the pan. Разогреть сковороду. Add vegetable oil. Добавить растительное масло. Lower the temperature to an average level. Снизить температуру на средний уровень. Lower the mushrooms. Опускаем грибы. Salt to taste. Соль по вкусу. Pepper to taste. Черный перец по вкусу. Reduce the temperature to a minimum. Cover with a lid. Cook 7 minutes. Чуть температуру на минимум. Прикрыть крышкой. Готовить 7 минут. After adding salt, the mushrooms will give the liquid and will be steeped in the their own sauce. Добавление соли грибы отдадут жидкость и будут тушиться в собственном соку. Open the lid, открываем крышку. Allow liquids to boil away. Дать возможность выкипеть жидкости. Let it cool. Дайте возможность остыть. Finally chop one medium onion in two half rings. Нашинковать потоньше полукольцами одну среднюю луковицу. Pass carrots through a grater. Провести через терку морковь. My dear, there is no installation how many grams of carrots or onions are needed. It all depends on your taste preferences. You can add more or less. I now have a net weight of carrots 300 grams. Мои дорогие, здесь нет четкой установки, сколько надо грамм моркови или лука. Все зависит только от ваших вкусовых предпочтений. Вы можете добавлять больше или меньше. У меня сейчас здесь чистый вес моркови 300 грамм. Squeeze as much garlic as you want. I will squeeze one head. Выжмите столько чеснока, сколько считаете нужным. Я выжму одну головку. Dip the carrots on the garlic. Опускаем морковь поверх чеснока. Mushrooms, бы, onions, лук. Salt, sugar, dry pepper, spices according to your taste. Соль, сахар, сухие перцы, специи по вашему вкусу. Greens, you can add fresh or dry. Зелень можно добавлять свежую или сухую. Salt, соль. Coriander, кориандр. Black pepper, черный перец. Рика, паприка. Sugar, сахар. Red pepper, красный перец хлопьями. 1 teaspoon 70% essence. Чайную ложку 70% эссенции. И tablespoons of hot oil. 3 столовые ложки кипящего горячего масла. Swell. Хорошо перемешать. Let it brew for 24 hours in the refrigerator. Дать настояться 24 часа в холодильнике. Beautiful. Как красиво. Let me try. Давайте я попробую. Guys. So delicious taste. So delicious. I recommend. Ребята, вкус неописуемый. Морковка хрустит, сочная на зубах. Зато грибочки сочные. Mushrooms so juicy. Beautiful, delicious, tasty, incredible.
Delicious surprise, Karin! Recipe: carrots, vitamin E, and mushrooms. Great for your lunchtime or dinner time. Thank you, Grandma Gohans. We love you.